В Министерстве социальной защиты Тверской области заработала горячая линия. Диспетчеры готовы помочь гражданам в вопросах получения социальной карты и обеспечения льготного проезда на общественном транспорте. Задайте интересующие вопросы жители региона могут по номеру телефона 34 90 18. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9 утра и до 18 часов. По вопросам выдачи удостоверений гражданам, которым присвоен статус «Дети войны», можно обращаться в это же время по номеру телефона 34 90 97.